Всем приветики, здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Ставрополь, привет. Коротенький эфирчик. Вот. Ну что, Европа закрылась на локдаун. Все, сломались. Вот. Сломались. Хваленая европейская медицина. И, так сказать, все для человека, все ради человека. Очередной раз доказала свою несостоятельность и эфемерность. Вот так вот. Но как бы радоваться особо не приходится. Я так предполагаю, что нас ждет та же участь. Вот. Но где-то, наверное, или конец ноября, или где-то там первая половина, там буквально там первые 10 чисел декабря. Я так думаю, что мы тоже последуем примеру. Вот. Последуем примеру товарищей. Вот. Европейским. Так что привет, Беларусь. Вот. Так что вот так вот. Ну, как бы у нас тоже, видите, народ непробиваемый. Количество заболевших увеличивается прям каждый день. Вот. Здрасте. Оренбург, вижу, да. Здрасте. Так что готовьтесь. Друзья мои, потихонечку, так сказать, знаете, это смириться с мыслью надо постепенно. Не, чтобы не было стресса, надо себя приучивать потихоньку к мысли, что мы в конце ноября, видимо, в начале декабря уйдем на тоже на локдаун. Привет, Чистополь, здрасте. Вот. Мама говорит, на Украине там вообще какой-то мрак мрачный. Вот. Для там неполных 30 миллионов населения Украины, там что-то каждый день там по 3% населения. Ну, грубо говоря, если так вот посмотреть количество заболевших, да, и соотнести их с общей численностью населения, вот, то очень серьезные цифры на Украине, прям очень серьезные. Прямо как в Европе. Мурата Насырова, Губина, слушайте. Ну да, у меня когда-то была такая безвыходная ситуация, я вынужден был слушать их. Ну потому что другого... О, привет, Украина! Что там это у вас? Говорят, там очень серьезно, там количество заболевших, там под 10 тысяч, там, ну там не под 10, но там 8-9, там почти 10, да, там, по-моему, вчера было? Или когда у вас там? Привет, Башкирия, здрасте! Здрасте. Привет из Питера. Привет, Питер. Привет. Здрасте. Вот. Потому что знакомые так позвонили, сказали, ну, по-русски они все хорошо матерятся. Они уже по-русски говорят плохо, но матерятся хорошо. Вот. Говорят, все, говорит, нас, говорит, закрывают. Но я так понял, что пока там типа школы, университеты и так далее. Ну, то есть по какому принципу? Не то, чтобы их закрыли, а то, что как бы это... типа, ну, хотите, ходите. На Украине 9 тысяч больных, да? Ну вот, я же говорю, что мне мама тоже говорит. Мама, говорит, сидит, говорит, я, говорит, вообще не выхожу. Вообще, она говорит. Вот, ну, у нее там как бы хозяйство, двор, хата. Она там как бы вот сидит, говорит, так, с соседями через заборы, говорит, поперекидываемся пару слов. Вот, и все. Привет, Белгород, здрасте. Привет, Башкирии, привет из Башкирии. Ну, привет, да, привет, Башкирия. Видели видео в сторис у Невзорова? Нет уж, поверьте, я вот как бы... Последний, кому я пойду смотреть видео, это будет Невзоров. Я как бы это, ну... Я не фанат Невзорова. Сызрань! Здравствуй, Сызрань. Да, всем отличного дня, это точно. Вот, это точно. Томск. Хорошо, да. Фильм нравится. Ну, я рад, я стараюсь. Что с выборами? Да, мне пофигу вообще, что с выборами. Вот. Там что-то какой-то... Ну что, светлый град на холме, как это издеваются над Америкой. Вот. Светлый град на холме. Там, походу, уже такие пошли уже вылезать вилы, там уже с вбросами, со всеми уже делами. Короче, слушайте, вот понимаете, в чем дело?
этот вирус, он такие вещи как бы выявил у каждой страны, у каждого народа. Знаете, такая изнаночка вылезла. Некрасивый фасадик, как бы, да? Не сказочка, рассказанная там, там туристами и там местными СМИ. А вот как оно есть на самом деле? Как оно вот вообще, да, обстоит вообще, делишки-то там обстоят. Вот. Я так понимаю, в Америке там, в Штатах... Я считаю, вот я честно скажу, по-моему, Симонян, которая RTV возглавляет, да? Маргарита Симонян, по-моему, да? Вот. Она сказала, что России надо не признавать эти выборы. Слушайте, золотые слова. После всего, что у нас было с Америкой, если Путин скажет, вы знаете, ребята, мы не признаем выборы в США демократическими и состоявшимися. Я представляю, как у них там пуканы порвет. Слушайте, вот это надо сделать. Надо, чтобы Путин или там Лавров там вышел с серьезным лицом, сказал, мы посмотрели на этот весь цирк, вот, и мы хотим сказать, что выборы в США мы признаем недействительными, недемократичными, вот, и так далее. И вообще мы отзываем посла из России, как говорится. А вы там что хотите, то и делайте. Я представляю выражение лиц вообще этого всего Госдепа вместе с ЦРУ и ФБР взятым. Я так думаю, что Байдена Кондратьи хватит сразу. А Трамп он покрепче, но он как-то, наверное, за сердце схватится и присядет. Или у него юмор хороший, он, по идее, сможет похлопать, сказать «Браво, Вова!» Вы представляете? И еще и Китай скажет. Да, вы знаете, мы тут согласны с Россией. Какая-то хрень, ребята, а не выборы. Поэтому, как говорится, мы их не признаем. Потому что Европа... Европу-то они, Европейский-то союз, как бы... Они же не пустили наблюдателей. Вот. Ну, то есть, американцы как бы сказали такие, типа, мы тут сами разберемся. Вот. У нас самые демократичные демократии... во всей демократии выборы, так что вы идите лесом, вот, никого мы здесь не пустим наблюдать. Европа, естественно, возмутилась, вот, поэтому если сейчас еще Россия и Китай подключатся, это будет что-то с чем-то. Цирк. Господи, как все становится понятно. Слушайте, начинаешь понимать, что вот в Советском Союзе, да нам правду, в общем-то, рассказывали про Запад, про капитализм, про отношения, про устройство, там, экономик и так далее, и так далее. То есть начинаешь понимать, знаете, у меня вот складывается вот та ситуация, когда, вот, знаете, у вас бывало такое, когда ты сидишь такой и думаешь, твою мать, мне же папа с мамой говорили, а? Чё ж я дурак-то, собственно говоря-то, не сделал-то тогда и так? Вот у меня примерно как бы после всего, что я вот сейчас увидел в США и так далее, в Европе в целом, за вот эти вот там 25, там 30 лет, я же говорю, что такой, вот я говорю, что газета «Правда» говорила нам все-таки правду, не просто она так называлась. Ай, мама дорогая. Кино и немцы. Привет из Уфы, рады вас очень видеть. Куда едете? Туда. Загнивающий капитализм. Да, слушайте, какой мрак мрачный. Ну, то есть там просто мрак происходит сейчас. И как хорошо, что, слушайте, как хорошо, что мы вот не влезли туда по самые уши. Я представляю, что бы они с нами сделали. Ну, в смысле, не с нами, с нашими детьми, внуками. Потому что, как сказать, с нами тяжело уже что-то сделать. Мы выросли, родились и получили какие-то базовые человеческие ценности при другом времени, да? Вот. И даже по большому счету там наши, там, ну, как бы у кого как, ну, взрослые дети где-то там тоже. А вы представляете, вот если бы сейчас... вот. Что бы они сейчас как бы с сознанием бы моего сына, например, делали, начиная с садика, там, и школы, и так далее, и так далее. Господи, как хорошо, что мы увернулись от этого счастья демократического, потому что там полный мрак.
Да нет, нам не надо было сидеть за железным занавесом, понимаете, в чем дело? Вы же опять же, вот смотрите, вы же сейчас оперируете фразами, которые вам они сказали, понимаете? Они сказали про то, что у нас железный занавес. Это же не наша фраза. Эта фраза принадлежала, по-моему, то ли Рейгану, то ли Картеру и так далее. Что же вы повторяете? Вы понимаете, что вот даже все-таки, несмотря на то, что вы взрослый человек, у вас все равно, понимаете, они как-то... Вы, наверное, еще думаете, что Советский Союз был империей зла, да? Вот. И так далее. Нет, ребятки, я говорю, что хорошо, что мы увернулись. Во всяком случае, я точно сейчас я понимаю, что это просто, что нам просто повезло. Привет из Воронежа. Привет. А кто опустил этот занавес? Слушайте, ну мы тогда таким образом закрылись от всего того, что сейчас льется вот нам. Что в 90-е нам лилось, как бы, да? Вот. Мы закрылись от этого. Конечно, перебор был у нас, чего уж там говорить. Вот. Если быть так объективным, можно было бы. Хотя, на самом деле, смотрите, Китай. У них-то ситуация была, так, грубо говоря, похлеще. Но, тем не менее, они вон как-то, видите, сумели перестроиться. И экономику перестроить. И в целом, как бы, сохранить какие-то базовые ценности коммунистического строя. И так далее. И ничего, сейчас живут. Сейчас вторые в мире, если уже не первые. После того, что в США происходит, как бы, да, ты начинаешь понимать, что это... Черчилль сказал. Ну вот, я же говорил, что вот кто-то, я думал, что из американских кто-то сказал. А, империя зла, это Рейган сказал. Рейган сказал, что Россия империя, в смысле Советский Союз империя зла. Да-да-да. Немножко так ты путаешься в каких-то уже Ваши фильмы, спасибо. Как вы считаете, наши выборы честно проходят? Слушайте, ну на фоне американских, я так думаю, что наши-то почестней. Теперь понимаете, в чем дело? Теперь у меня есть аргумент. Привет, мне нравится фильм. Ну я понял, да. Мы не смогли бы ничего построить, только развалить. Больницы и школы сокращаются. Сокращается, потому что финансирования нету, потому что у нас система такая, так построена. Нам в 90-е годы, как вот построили, ну как, наши реформаторы построили систему, как бы нашу финансовую, а она, в общем-то, целиком и полностью зависит от там. Мировых институтов, как бы финансовых, да, которые нам диктуют условия, которые мы обязаны выполнять. Почему мы сейчас там, допустим, да, изо всех сил там уходим в золото, да, вот. Потому что, ну, как бы доллар это для нас сейчас ну, аргумент, которым нас давят, грубо говоря. Мы же не можем напечатать рублей больше, чем у нас как бы долларов заработанных, грубо говоря, да? Ну, то есть у нас есть вариант или взять доллары и напечатать под это рубли, или заработать доллары и, соответственно, напечатать под это рубли, да? Вот. Но как вариант, мы там можем, допустим, искусственно там занижать курс рубля для того, чтобы больше напечатать, ну, в смысле, как бы, да, чтобы на полученные доллары больше напечатать рублей и так далее. Естественно, это приводит к чему? Когда лишняя денежная масса появляется, как бы, да, начинается инфляция и так далее. Ну, то есть тут палка о двух концах. Мы в такой системе, вот в чем дело. Поэтому нам надо из нее выходить. Вот. А спастись мы можем только чем? Только золотом. Потому что золото это тот металл, который, в принципе, могут принять в качестве оплаты там и так далее. Или мы можем под имеющееся у нас золото, да, как бы у нас написано, что денежная единица России там, да, там обеспечена там золотом, да. Но мы можем под это золото напечатать рублей, допустим, и так далее. Они уже будут независимые, так сказать, рубли от доллара и так далее. Там очень хитро сплетение, там сам черт ногу сломит. Но если так вот по-простому, так вот, знаете, вот чисто поверхностно, да, без каких-то там формул и каких-то там очень заумных слов, как бы, да, специфических. Ну, это примерно вот так выглядит. Я о чем мне духом падать, как бы, да? Я понимаю, что в принципе это Америка. Мне вообще плевать, как бы, да, что там будет. Вот. Я бы хотел, чтобы там случился какой-нибудь прямо такой ах. Чтобы мы прямо вот сидели, да, единственная тема была там до Нового года обсуждать вот эту вот историю, что там происходит в Америке, как бы, да, там. Ну, посмотрим. Да, так что вот так.
Продажа золота. Ну, значит, золото начали продавать тоже. Ну, мы и бриллианты продаем, и золото, и покупаем золото. Когда цена на золото высокая, мы его продаем. Когда цена на золото низкая, мы его покупаем. По-моему, это нормально. Вот. Машина у меня хорошая. Спасибо, да. Так что вот такие дела. Ну, что, наблюдаем, как бы. Я вот честно скажу, так как бы не могу сказать, что я прямо там не отрываясь смотрю. Я так периодически включаю. Я примерно понимаю, что как бы всю эту неделю точно будет швах. Я жду, когда начнут в Америке стрелять. Вот, уже как бы вдруг в друга, если честно. Наркоту легализовать — это уже ого-го какой ах. Ну, не знаю, вот на Украине там сейчас они должны там каннабис легализовать в медицинских целях. Вот. А учитывая, что там очень много больных, я так думаю, что там на этом деньги можно будет хорошее сделать. Привет, Минск. Здрасте, да. Так что вот такие делишки. Посмотрим, короче. Все. А, да, кто-то сказал, читал какую-то заметку. Сказали, что на Украине готовится переворот, что Порошенко хочет, типа, взять реванш и сбросить Зеленского. Ну, в смысле, стать только не самим президентом, потому что кто ж его выберет, а стать премьер-министром с расширенными полномочиями. Вот. И кто же, интересно, будет президентом? Наверное, Кличко. Ну, как бы, а кого еще? Да. Ладно, все, всех обнял, будьте здоровы, берегите себя. Короче, готовьтесь к локдауну. Конец ноября, начало декабря, я так думаю. Вот. Ну, просто, чтобы, как бы, это... Ну, знаете, как говорится, не будет, и хорошо, выдохнем. А будет, ну, так скажете, Юрий Анатольевич вас предупреждал. Все, пока-пока.